собрались, как бы, ну, они вроде сначала все согласовали, потом передумали все, поэтому пришлось определить изменения. Значит, сейчас это будет стоянка, вот эту площадку, где мы стоим, это волейбольная, баскетбольная площадка, мы ее передвинем чуть-чуть левее и ограждение здесь поставим, будет чтобы... парковка. Нет, парковка будет там. Вот это баскетбольная. Баскетбольная площадка здесь будет. Воркаут мы же давно делали это, да? Уникальные арт-объекты, слон истории и старый город, сеть благоустроенных дорожно-тропиночных маршрутов, детский пляж, парковочное пространство. Именно так в скором времени будет выглядеть набережная реки Осетр. Проверить, как выполняются работы, в Зарайск приехали министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин и заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Максим Егоров. Мы сегодня ездим с нашими коллегами из федерального правительства, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Максим Егоров с нами сегодня смотрит объекты, как они реализуются, насколько своевременно. Сейчас мы находимся в Зарайске, это центральная улица в Зарайске, которая была реализована в прошлом году. Это в этом году видно, как она живет, это тоже был конкурс. Соответственно, мы посмотрели ход работ по набережной реки Осетр, где работают полным ходом, и к концу сентября мы закончим. Также мы сегодня будем еще в Серпухове, где реализуется благоустройство центральной улицы, центральной площади Ленина. И будем сегодня в Верее. В целом, можно сказать, что у нас в соответствии с поручением губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева, у нас очень большая программа по формированию комфортной городской среды. Это и президентский проект, национальный проект. И мы, соответственно, очень много делаем для того, чтобы наши города преображались, благоустраивались. Но тут самая важная задача, которая сейчас поставлена губернатором перед нами, максимально вовлекать жителей и организовать участие жителей в принятии всех решений. Напомним, что в 2020 году Зарайск с проектом благоустройства набережной реки Осетр стал победителем всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Я надеюсь, что набережная в Зарайске будет первым городом, который выполнит свои обязательства по конкурсу 2020 года. Мы видели сегодня, я посмотрел и проинспектировали объект. Я думаю, что через месяц он будет введен в действие. Это будет первый город конкурса 2020 года. И Москве, Московской области здесь, конечно, очень большое спасибо. И, конечно, руководству города Зарайска и Московской области. Помимо набережной реки Осетр, в этом году будет облагорожено еще порядка 50 общественных пространств в разных уголках Подмосковья. Людмила Смирнова, Герман Беляев, Анастасия Булатова, Константин Куянов. Студия КВАН, Зарайское кабельное телевидение.